Ноги вытирай! И не притворяйся! Или вытирай, или вообще снимай! Куда тебя понесло? Тапочки! Как дела в школе? Троек не нахватал? Да нет, ничего не принес. Руки мой. Вечно тебе напоминать надо. А у нас сегодня история была. Интересно. Что проходили? Местную блокаду. И фильм показывали про памятники войны. Фильм? Ну-ну. Садись кушать. А я чего притащил? Опять, небось, со свалки. Лучше б я тебе денег дала, купил бы. Вечно тащишь в дом всякую дрянь. Ну, мам, это не дрянь. В магазине такого не купишь. Я ведь машину времени строю. Вот осталось только накопить на аккумулятор. С ним она сможет много раз переместиться и перенести меня в когда угодно. Представляешь, мам, как интересно попасть в другое время. Здорово. Ты только больше ничего не суй в розетки. А то опять пробки выбьет, весь дом будет жаловаться. Ладно, как-нибудь на батарейке. А у нас сегодня контрольная была по арифметике. Я две задачки решил, а с примером запутался. Все потому, что ты всякой ерундой занимаешься, а уроки как следует не делаешь. Значит, опять тройка? Мам, я исправлю. Исправлю? Получать не надо. И о чем вообще ты только думаешь? Но ведь конец третьей четверти. А ты все по свалкам шаришь, да электричество зря переводишь. Это бы электричество, что ты для забавы извел, да на войну, когда люди сидели с коптилками. Я не для забавы. А для чего? Господи, тебе не стыдно тройки получать? Сыт, обут, чего вам не достает? Фильмы вам показывают. У нас вон учебников не было. А мы учились и старались, между прочим. А правда, что с голоду на войне умирали? Да, умирали. Совсем нечего было есть? Кипяток пили. Да хорошо, если хлеб был. Да не такой хлеб, а блокадный. Ты бы его в рот не взял. Не скрипи! И немедленно доедай! Ишь, от котлеты он нос воротит! И не вздыхай! Чего тебе вздыхать? Мы вон, наше детство, и завалы разбирали, а ночью за водой бегали. С подружкой. С дырявым ведром, между прочим. Даже воды не было. Ничего не было. Голод, холод и обстрелы. Как же можно было выжить? Выжили. И воевали. И развалины разбирали. И учились, между прочим, не то что ты. И вообще, не спрашивай меня об этом. Тебе просто так, а мне тяжело вспоминать. Знаешь, моя машина готова. Ну-ну. Так хотелось попасть в будущее. Сначала почини свет в коридоре. Хоть какая-то от тебя польза. Просто лампочка перегорела. И у детей совсем не было игрушек? У каких детей? Ну, во время войны. Пошел бы ты погулял. Угу.
ты там шарахаешься? Не разбей чего-нибудь. Копилку я уронил. Я ухожу, буду к 7. Пожалуйста, со двора далеко не уходи и пораньше садись делать уроки. Хорошо? Угу. Thank you.
Не нашел. Ну вот где он может быть? 11 часов. Портфель как пришел, бросил. Значит, к урокам не притрагивался. Копилку всю выпотрошил. Машину свою эту знаменитую забрал куда-то. Господи! Так ты же сама его избаловала. Знаешь, он сумку мою с собой забрал. Ту, которую я купила и берегла, как память о моем детстве. Знаю. Кажется, пора его выпороть. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Да что с ним может случиться? Отводи, ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи, ребят, Алик, дай команду. Но я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше.